Всех приветствую на прохождении какой-то четвертой части, да, по-моему, если не ошибаюсь. Так, в прошлой серии мы остановились на том, что у меня игра крашнула, и я перезашел, зашел в эту картину, и вот что я нашел. Циферку 3. Это значит, у нас это будет, наверное, пароль от нашей кладовки. Так что осталось сейчас нам зайти в еще одну картину и поискать другие цифры. Так что давайте попробуем. Да, давай. Поняма, тебя люблю. Бонжур. Только не решит, ты сейчас на меня нападешь. Бабушка? Бабушка? Что ты здесь делаешь? Подойди поближе. Не-не-не. Ну, готовь, готовь. Давай. Знаешь, тут дробовика не денет-то. Я так понял, нету. Ладно, готовимся к скримерам, ребят. Страшно. Ёб твою. Ты что, издеваешься? Страшно, вырубай. Ага, эта штука не работает, да? Работает. Так, ладно, давайте пойдем в картину. Где же она? Где же эта картина? А, не в картину, вот сюда. Тут тоже, по-моему, у нас должна появиться цифра. Помните, мы здесь были? Так, давай попробуем повернуть. Какая классная песенка. Так, сюда. И, по-моему, вот это вот сюда надо повернуть. Да. Какая цифра? Цифра 5. Но у нас есть с вами 35 уже. Только я не знаю, сколько типа цифр надо в этом... Сколько цифр нужно в этом вот замочке? 35, да? Или 53? Давай попробуем 53. И попробуем покрутить. А потом попробуем 35. Ладно, теперь давай попробуем 35. И тут попробуем покрутить. Я просто не уверен, что... Погоди. Кто-то стучит. Кто там? Ой, зря, да, наверное, я вышел. Так, игра сохранена. Погоди. А можно закрыть дверку? На защелочку, все. И домой. Блин, 35. Это что такое? Опять свет, да, пропадает? Жесть. Ах ты, падла, ля-ля-ля-ля. Ага. Что? А он же должен вроде от цвета... Алло, бабуль? Или мне все-таки нужно найти? Или мне все-таки нужно найти, да, пароль? Еще одну цифру. Ладно, ладно. Ну, ага, опять. А я не знаю, куда бежать, если честно. Можно улицу?
Блин, а я там входную дверь закрыл. Убегаем, убегаем. Все, 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 все. Все, меня тут нету. Блин, сейчас на толчке тут и завалят, да, я так понимаю. Да. Давай свет выключим. Блин, ну это тут нагнетающая музыка. Я ничего не слышу. А вы ничего не видите. Может, на улицу надо? На полотна мы-то покрасили. Нужно узнать, что спрятано в кладовке. Все, нам жопа. А я тебя не выпущу. Уходи, пожалуйста. Все, 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 уходи. Ну, уходи. Ой, ёб твою. Все, 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 уходи, пожалуйста. Уходи, уходи, уходи. Ля, там стучат, иди открой дверку. Иди спроси, кто. Можешь попробовать отойти, чтобы он открыл ее. Все, он ушел. Падла. Ладно. Ну тогда... Ну а куда бежать? А куда бежать, ребят? Мистер Маньяк, вы можете уйти отсюда? Ну все, уйди. Ля, ля. Ладно, давай откиснем. Ага, я не могу открыть, потому что он... Куда бежать? Скажи, пожалуйста, куда мне бежать? Ладно, давай откроем. Давай откроем. Давай откроем. Наверх, на низ бежать потом. Мне как бы пароль нужен. Ладно, давай. Начинайся. Давай, ужас, летящий на крыльях ночь. Ну? Так, 3, 5. А цифра вот тут должна появиться или нет? Может, сюда? Пойдите. Ну, на крайняк посмотреть. Может, тут что-то мы упускаем. Потому что больше, в принципе, ничего нету. Ну, по логике вещей, больше тут, в принципе, ничего и нету. Так, ножнички. Не, нельзя ножничками ничего сделать. Так, 25, 71. Ну, наверное, это не... Наверное, не то, что нам надо. А как мне убежать от того?
мистера шляпы. Ага, мы тут еще не были. Давай сюда сбегаем. Сейчас до этого камушка и домой. Так, ты кто? Ага, ты сохранение, да? Да, нет, сохранение нам пока не надо. Ну, я так думаю, что оно нам пока не надо. Ну да, тут точно нету ничего. Блин, наверное, пока я не найду третью цифру, я не смогу открыть, подобрать, я уверен. Игра, наверное, мне не даст этого сделать. Я таки буду от этого слендермана бегать. Потому что у нас три картины. А хотя нет, погоди, у нас же есть еще на кухне. У нас есть еще на кухне, побежали на кухню. Вот тут. Может тут еще что-то? Подобрать цвет. Но мы тут цвет вроде подобрали, да? Вроде цвет подобрали. Интересно, угадал ли я с цветом? Да вроде да. Только что это нам дает? Наверное, не угадал, потому что меня сюда не пускает. Ну или она не должна его сюда пускать. Честно, без понятия. Ну вот, тут фиолетовый. Интересно, угадал ли я с цветом? Да угадал, угадал. Я уверен, что угадал. И значит, на этой картине должна появиться что-то. Так, чего тут не хватает? Так, два яблока есть. Хлеб, все. Все есть, да? Зеленое, зеленое. Кувшинчик. Здесь ничего не кликабельное. Давай тут посмотрим. Ну вот, коричневая. И тут коричневая. Интересно, угадал ли я с цветом? Да, угадал. Я тебе говорю, поверь мне на слово, мы угадали. Ну вот видишь, здесь коричневая. И здесь коричневая. Или цвет нужен подбирать типа по-разному, как-то по-другому. Здесь ничего нельзя, здесь ничего нельзя. Блин, как сюда спуститься? Кто мне скажет, как мне спуститься вот сюда? Никак, да? Ну, фиолетовая, фиолетовая. Может, тут что-то упускаем? Так, у нас красный. Давай наберем зеленого. На всякий пожарный и этого. Ну, похоже цвет, похоже. Или нет, все-таки? Или это не совсем желтый? Да вроде желтый, я не знаю, игра.
Понятно. Надо решать вопросы со Слендерменом. Так. Ага. Вот это нам не нравится, что она подвисает. В кавычках, конечно же, нет. Не знаю, что с игрой, почему она... Вот вроде она и хочет, про классную, вроде и не хочет. Да твою ж. Продолжить. Ладно, загрузить. Ладно, ладно, ладно. По идее, сейчас, да, должен Слендермен за нами охотиться? Да. Предлагаю сейчас выбежать прямо в этот, во двор. Но других вариантов тут нету. Ну, либо я что-то не понимаю. Если честно. Платла. А, не поддается. То есть меня она не выпустит. Меня игра не выпустит. А куда мне здесь можно запрятаться? И куда тут можно запрятаться? Блин, не люблю такие моменты. Ладно, ну давай, я не знаю, обратно в туалет. Или куда? Или куда тут идти? Ой. А ты куда и пошел? Ага, до побачення. Не поддается. Тихо, идем на кухню. Тут единственный источник света, да? Или мне нужно свет везде включить? Ты ж не пройдешь через свет? Или пройдешь? Ты же не пройдешь, да, через свет? Ладно, сейчас проверим, пройдет ли он через свет. Ля. Меня тут нету. Ага, то есть тебе все равно, да? Если тут свет или нету света, тебе все равно. Ням-ням-ням. Да я вижу, что здесь. Не поддается. Я не знаю, 35. А вдруг тут у нас будет 3. Хорошо, 5-3. Давай так. И тут попробуем поискать. Может, совпадение будет. А, есть. Шикарно. Хорошо. Задание выполнено. Это же зеркало, как в мастерской отца.
Так, закрой дверку. И что? Так, узнать нужный цвет и покрасить полотно, найти топор, чтобы уничтожить экспонат. Найти топор. А где мне топор искать? Где мне искать топор? Полотно, полотно-то я вроде ж покрасил тебе полотно или не покрасил. Чайки где-то? Что это такое? Слышишь? Блин, я не хочу, чтобы тут слендером был. Чайка. Найти топор. Где мне топор искать? Ага. Вода заполняется. Нужно покончить с этим, нужно найти топор. А где мне топор искать? Скажите, пожалуйста, где мне искать топор? Ага, тут слендермен. Ага, я даже в картину, да, не могу зайти. Божечки, он идет сюда. Божечка, он идет сюда. Падла. А мне топор нужен. Ладно, давай, наверное. Ладно, давай, иди сюда. Открывай. Открывай дверь, так быстрее будет. Давай, 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 давай. Давай, наверное, мы пойдем поищем с тобой топор. Поищем топор, да? Здесь мы пока открывать не будем. Ну, тут два варианта, где у меня может быть топор. Либо в этой картине, где нужно краски смешать, либо в этой. Ладно, ладно, давайте разбираться. Идемте сюда. Итак, найти-то я нашел, где находится топор, только есть одна маленькая проблемка. Мы-то сейчас с вами его заберем, но я не уверен, что не сработает касцена с этим монстром, который за нами бегает. А убежать от я у него не могу. Не знаю, в чем прикол. Так, ладно. Идем сюда. Сейчас присядем. Здесь у нас с вами есть дверка. Вот такая. И у нас с вами есть такой вот ключик, который мы нашли. Использовать. О. Заходим. Давай сделаем поярче. Где тут еще можно? О, есть такой вот сундучок. Я не знаю комбинацию. Я знаю комбинацию. Комбинация у нас, по-моему, идет вот тут на листочке. Так, есть. Читать. Самое интересное, я это знаю комбинацию, но даст ли нам игра открыть ее. В смысле, ты не знаешь комбинацию? Ну, я знаю комбинацию. Ну, серьезно. Короче, вот тут находится у нас топор. Я могу сказать. Где эту комбинацию брать? Я не знаю комбинацию. Ну, я знаю комбинацию. Вот, смотри, вот тут. Вот она. Первый идет у нас ромбик, символ дождя, по-моему, вот. Только как мне его...
Как мне так сделать, чтобы оно начало работать? Мне скажет. Так, Джей. Узнать нужный цвет и покрасить полотна. Узнать, что спрятано в кладовке. Да в кладовке мы знаем, зеркало спрятано. А здесь у нас спрятан топор. Ну, игра, ну пожалуйста. Неужели мне нужно сейчас будет вернуться? Просто если я сейчас вернусь, у нас начнется там потоп из картины. Прям как из фильма 1408. Угу. А здесь автосохранение. Здесь мы с вами тоже были, да? Ну да. Все, вроде здесь ничего больше нету. Блин, если честно, мне хочется реально уже закончить эту игру. Потому что я знаю, что топор находится там, мне надо разбить зеркало. И на этом, в принципе, все. Только не могу понять, как покрасить полотна, если я их уже красил. Ну же видишь, мы... Ладно, последний раз. Ну все, 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 не уставай. Ага. Ты не знаешь комбинацию. Хорошо. Ладно. Тогда возвращаемся, значит, домой. Я думал, что будет как-то быстрее это все. Ну ладно. Просто если сейчас сработает катсцена и пойдет, польется вода из этой вот картины. Так, ну тут у нас 3, там у нас 5 вроде. А здесь нужно, да, докрасить это все. Что там? Да-да-да, ты тут, я понял, и убегаешь, хорошо. Ладно, давай вернемся, давай посмотрим. Может, реально я тут что-то упускаю? Но по логике вещей у меня все покрашено. Желтый. Желтый. А лето не этот, не такой желтый. Так, есть ли у меня желтый? Вот. А ну. Интересно, угадал ли я с цветом? Использовать. Желтый. Нет. Видишь, какой желтый? Это вот оранжевый. И путю-путю-путю. Путю. Угу. Нам нужен оранжевый. Просто не понять, почему здесь ничего не срабатывает. Почему я сюда не могу пройти? Где тут этот? Нужно желтый и красный. А у нас желтого больше вроде нету, да? Ладно, давай загрузим. Попробуем загрузить, посмотреть. Так, вот желтый. Желтый и красный, да, по-моему? Желтый и красный, это выходит оранжевый. Это значит... использовать. Ну вот, все. Интересно, угадал ли я с цветом? Просто они как-то отличаются. Ну вы же видели, что конкретно желтый. Ну либо я в глаза уже долблюсь, не знаю. Давай присядем. Кольцо? Не. Честно, без понятия, что от меня хочет игра. Если честно. Так, тут никак нельзя подняться. Ну смотри, коричневый. Коричневый, правильно? Здесь желтая рука, а здесь коричневое дерево. Ну, либо я в глаза долблюсь, либо я... Я не знаю.
запись, либо я не в курсе. Взять желтой краской. Хорошо, а если тут использовать ничего нельзя, да? А здесь использовать... Тю-тю-тю-тю-тю-тю. Угу. Интересно, угадал ли я с цветом? Да угадал, вот фиолетовый, вон фиолетовый. Так. Погоди. Я понял, что я неправильно делал. Короче, у нас должна быть фиолетовая звездочка. Вот фиолетовая звездочка. Где у нас фиолетовая звездочка? Понял, звездочка фиолетовая. Ясненько. Хорошо, я понял, что не так. Фиолетовая звездочка. Фиолетовая у нас синий и красный, да? Синий, синий, красный. Окей, все, ребят, понял. Сейчас будем переделать все заново. Синий, красный, красный и синий. Все, фиолетовый, фиолетовая. Так, фиолетовая звездочка. Все. Использовать. Есть. Солнышко у нас желтое. Все, все, все. До меня дошло. Так, красный и желтый. Красный и желтый. Желтый есть. Надо красный набрать. Все. В принципе, я так все правильно сделал, только не в правильном порядке. Мне нужна баночка. Так, красный и желтый, да? Не, погоди, желтый, красный и желтый, да. Сейчас нужно будет набрать красного и желтого. Красный, желтый, вот это вот красный вроде. Так, комбинировать вот так, оранжевая. У нас солнышко оранжевое, солнышко у нас вот тут оранжевое. И коричневое дерево потом. Все, 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 можете не кричать. Так, использовать. И теперь нужно коричневое деревце сделать. Ну, если вы мне, кажется, в комментариях написали под прошлым видосом, что я затупил, я исправил бы это быстрее. Ну, не знаю, чего вы не пишете. У нас такое чувство, что оно плотное. Красное, зеленое, да? Зеленый есть, осталось красный найти. Ага, осталось найти баночку. Вот, все, идем за баночкой. Баночка с землицей. Та-та-та-та-та. Все. Комбинировать. Ага, деревце у нас коричневое. Интересно, угадал ли я с цветом? Почему не могу? Почему не могу? Ну вот. В смысле, никуда применить. На деревце. Во, задание выполнено, ребят. На. О, нет, 100. 8. Опять 8. Но все равно остается тот факт, что я, во-первых, сюда не могу спуститься. Наверное, мне это и не надо, да? А во-вторых, то, что я не могу. Не могу поднять ногу. Ладно, пошли. Сюда.
Блин, надо было сохраниться, наверное, все-таки, да? Надо было, наверное, все-таки сохраниться. Ладно. Ну, а это включим. Тут у нас 8. Тут у нас 3, по-моему, если не ошибаюсь. А снизу 5. 3, 5. Да. Вот здесь у нас зеркальце. Это же зеркало, как в мастерской отца. Да. Пошли за топором. Блин. Нужно покончить с этим. Надо найти топор. Давай. Я-то знаю, где находится. У меня даже есть ключик, который открывал эту комнатку. Ну, вы в курсе. В начале. Точнее, в конце уже этого видео вы видели. Вот тут. Я не знаю комбинацию. В смысле, ты не знаешь комбинацию? Скажи, пожалуйста. Вот я знаю комбинацию. И что мне делать? Ну вот комбинация. Все, вот тут я знаю комбинацию. Отдай, пожалуйста. Дай мне, пожалуйста, топор. Вот, вот тут он находится. Ладно, побежали назад. Побежали домой. Не знаю, ребят, если мы в этой серии... А конкретно минут через 10 не достанем этот топор и не узнаем, как до него добраться. Я думаю, в принципе, на этом закончим. Потому что либо у меня игра багнутая, либо я без понятия. Блин, надо подойти, может, к пишущей машинке. Так, отлично, сынок. Ага, последний символ Купало. Все, это последний символ Купало, можно. Можно отправляться обратно. Ну, либо Купало. Купало. Ко-ко-ко. Так, присядем. Подойдем еще раз к листочку. Посмотрим. Надо закрыть. Ладно, давай прочитать. Все. Купало. Дай, пожалуйста, мне. Я не знаю комбинацию. Но я знаю зато. Может, я что-то упускаю? Ну, кольцо светится, аж вы видите. Может, я реально что-то упускаю? Может, тут что-то надо еще сделать? Блин, ну давайте сохранимся на всякий пожарный. Чтобы оно случайно это все не выбило. Может, какую-то сцену, кат-сцену не посмотрел. Или я что-то с вами тут упускаю, ну точнее сам. Во, оно светится. Использовать. Да в смысле ты не знаешь комбинацию? Купало. Купало. Ну, ладно, идем назад.
Найти топор. Я уже его нашел. Может, тут что-то есть? Ну тут мы тоже были, мы тут все зажигали. Вот эти вот штуки мы тут зажигали. Чтобы получить цифру, получается. Вот, вот тут мы это были уже. Ой, бред. Это что такое? Вы не можете этого сделать. Я работал здесь всю жизнь. Что? Кто написал заявление? Я хочу знать, кто. Как они могли? Что нам теперь делать? Я что-нибудь придумаю. Угу. Все? Все катсцены посмотрели. Блин, а я такую руку еще видел в этом, там где мы краски смешивали, помните? Может, мне тоже туда с кольцом надо сбегать? Там где это, как его, в комнатке деревце было нарисовано на стенке, там тоже была рука желтая нарисована. Я не знаю комбинации. Ладно, давай попробуем сбегать туда же, где рука была, помните? Конечно, не помните, я сам уже ничего не помню. Ладно, давай, иди сюда. Мы побежали на кухню. Побежали на кухню, пока мясо нас не затопило. Чайки, погодите, погодите, чаечки. Так, давай пройдемся, посмотрим, светится, не светится. Но вот тут слева на столе, вон там, была рука тоже желтая нарисованная. Вот тут, смотри. И это нам не... Интересно, угадал ли я с цветом? Чего не дает, да? Это нам вообще ничего не дает. Так, лошадка. Блин, неужели придется возвращаться туда, где бесцветная была картина у нас? Сюда тоже не пускает. Возможно, тут что-то есть, я не знаю. Возможно, и нету. Но тут ничего нету, видите? Ладно, пошли домой. Ну все. Прошел 3 метра, такая дышка, как будто ты там километров 200 пробежал. Хорошо, купала. Давай мы посмотрим. Мало ли, может, я что-то упускаю. Ага, сейчас за нами будет бабайка бегать. И как мне от него убегать? Ну, по идее, он должен света бояться. Ну, как по мне. Может, на кухню надо убежать? Как думаете? Может, реально надо на кухню убежать, там, где лампочка? Не-не-не-не-не-не. Бегим. Бегим, 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 бегим. Давай, братиш, иди сюда. А у меня здесь лампочка. У меня есть лампа, я не побоюсь ей воспользоваться. Ты где вообще? Придурок. Донде стала библиотека?
Давай, иди сюда. Ага, все. Шикарно. Все, он пропал. Можно свет включать? Все, так будет. Немножечко поуютней. Теперь доставим колечко. Отлично, сынок. Последний символ купола. Купола, купола. Угу, 5. Ну, давай сюда попробуем зайти. Мало ли, может, я тут касцену пропустил. Всякое же бывает, правильно? Так, давайте с самого начала. Может, реально я тут что-то упускаю? Может, какой-то символ, может, какую-то подсказку. На-ра-на-ра-на-ра. Не, видишь, вообще ничего тут нету. Ладно. Пошли обратно. Где этот символ? Так, ну тут должен сейчас пойти вода, да? Должен пойти вода. Ох, как я заговорил. Тут, ну тут явно ничего нету. Мы на улицу можем выйти? Тихо, дура, испугала меня. Давай попробуем подняться вверх и вниз. Посмотрим с кольцом. О, ля, что светится. Товарищи, это какая-то ошибка. Мы с супругой целый день на работе. Мы все про вас знаем, Николай Сергеевич. Мы найдем на вас управу. Я уверен, что мы можем разрешить все без агрессии. Угу. Все? Найти топор, я бы тебе сказал бы. Не поддается. Не поддается. Это письмо мы читали, да? Читали мы письмо, читали. Ладно, давай смотреть. Снизу тут ничего нету, да? Поддается. Не поддается. Давай на самый верх пошли. Здесь у меня тоже ничего нету. Просто колечко. Не поддается. Так, это наша дверка. Велик. Это баночка, да, там была, по-моему, если я не ошибаюсь. Может, тут позажигать все надо. А, вот символ, смотри. Видишь? Хорошо. Использовать. Чего ты не светишься? Вот такой символ, это первый идет. Вот это я понял. Не поддается. Ну, то есть, чтобы мне сейф открыть, вот тут сейф чемодана. Мне нужно вот такие вот символы. О, спички. Нормально. Не поддается. Вы когда-нибудь делали в подъезде монашку со спичками? Знаете, что это такое? Это когда берется спичка, это побелка. Льется на побелку, берется спичкой, намазывается кусочек. Потом поджигается и быстро кидается на потолок. И оно потом не поддается. На белом потолке получается такие темные пятна. У нас раньше называлась эта монашка. Не знаю. Не поддается. Как у вас это называлось? Не делали ли вы такое? Не поддается.
Давай им свет выключим. Ну все. Не поддается, не поддается. Побежали домой. Опять в картину. Да. Так, где я живу? Ага. Велик. Все, давай домой. Давай попробуем подойти к картине. Может, она сейчас начнет. Или не начнет. Где мне искать эти символы? А кто воду открытой оставил? Алло. Чайка, может, это намек? Чайки. Может, сюда надо вернуться еще раз? Или нет, или да. Может, реально тут подсказки какие-то должны быть? Отлично, сынок, последний символ купало. Да это я знаю. За это я в курсе. Кто свет выключил, не понял. Угу. Давай опять вернемся. Может, я опять что-то упускаю? Так, тут что у нас? Тут у нас ничего нет, да? Блин, игра, пожалуйста, дай мне закончить тебя. Ну, уже реально не смешно. Так, на тебя все спички потрачу. Я не знаю комбинацию. Да как ты не знаешь комбинацию, если последний символ упала? Упала. Кого так упала? Либо не купала. Ладно, остается последняя картина. Ну все, других вариантов у меня вообще нету. Если бы еще дети на улице не орали, вообще было бы шикарно. Божечки, что там можно так обсуждать? Кому слышно? Так, давай смотреть, куда и пойдем. Налево, направо, прямо. Может, реально тут что-то мы упускаем? Какой-то символ. Блин, я предлагаю реально на этом и закончить. Вот вы в курсе, что там нужно будет топор дойти, взломать его. Где его конкретно искать, этот символ, вот это все, я без понятия. Это просто затягивание времени, как по мне. Если бы он еще бегал бы как нормальный человек, как в PUBG, понимаешь? Загрузил чемодан, взял с собой корячок и 200 патронов и бегаешь. А этот с колечком здесь не может 2 километра пройти. Так, ну здесь мы явно были с вами, да, здесь мы забирали. Здесь мы забирали, здесь ничего нет. Ладно, отдышись. Побежали.
Ну, я реально уже все оббегал. Вот, нужно найти топор и уничтожить экспонат. Я знаю, где топор лежит. Знаю, он там лежит. Я даже пароль знаю к этому ящичку. Но чувак его не знает, потому что... И вот это вот вопрос меня интересует. Потому что что? Потому что не везде побегал. Не все катсцены посмотрел. Может, не нашел какой-то важный листочек, либо записную книжку. Может, сюда надо? Так, может, тут я что-то упускаю? Может, реально я тут что-то упускаю? Видимо, это доска отца. Он тоже пытался разобраться во всем. Ну, короче, смотри, ничего не срабатывает. Что тут есть? Никак пройти не могу. Проклятый предмет, это понятно. Это понятненько. А здесь на рисуночке что-нибудь интересное. Ничего нету, да? И тут ничего нету. Ладно, идем домой. Хотя давай сюда еще забегаем. И идем домой и заканчиваем эту прекрасную игру. Все, я не знаю, куда бежать, честно. Наверное, не стоит мне уходить так далеко. Думаешь? Ага, ну все. Убежали домой. Что я мог упустить? Где конкретно? Крыса, где конкретно я мог что-то упустить? Сюда никак нельзя забраться. Ладно, давай еще раз с самого начала. Ну тут явно в туалете не будет подсказки, правильно? Ой, тут мы были, тут топор, тут картина, тут курочка, тут у нас бритва, спутник. Это уголь, это медальки, это картина, чья-то фотография, вот символ еще один, видишь? Может, мне нужно найти реально все вот эти вот фотки? Посмотреть все эти фотографии, может, мне нужно еще раз? Ага, колья. Вот это был первый символ, который нужно вводить. Купало. Тут-то. Здорово. Что ты слышишь? А что мне тут делать, скажи, пожалуйста? Ты тоже не в курсе, да? Тоже не в курсе. На улице там тоже ничего нету. А можно свет включить? И здесь тоже ничего нету. Ну и где мне брать?
Шо? Да, я тут. Давай, их убегай отсюда. Короче, ребят, честно, я не знаю. В общем, что нужно делать? Нужно зайти в картину, там, где мы с вами заходили. Открыть сундучок с топором. И разбить это зеркало, и мы с вами победю. И мы с вами победю всех этих монстров. Потому что что дальше тут делать, я честно не знаю. Аж опять она меня залагала, эта игра. Пожалуйста, игра, подскажи мне, найдите топор, чтобы уничтожить экспонат. Но я нашел топор, нашел. Что еще вы хотите от меня? Но должна какая-то катсцена сработать, может, типа, что-то должно начаться, я не знаю, но это реально уже бесит. Не скажу, что игра плохая, не знаю, мне понравилась она, честно скажу. Прикольненькая. Начало было скучным, ну, как и все хорроры, хотя... Resident Evil мне больше нравится. Так что давай, говори последний раз, я не знаю пароль от этого места. Я не знаю комбинацию. Может, просто посидеть нужно? Где мне брать комбинацию? Короче, ладно, ребят, все, на этом точно все. Вот вам тут топор лежит, вам нужно его открыть. Комбинацию я тоже знаю, какая она должна быть, но что-то она не хочет здесь срабатывать. Хотя я уже везде прошел, я уже везде посмотрел. Может, я упустил реально? Там, где желтые ручки вот эти вот нарисованы. Ну, видели, да? На бочке была желтая рука. Я подошел с кольцом, и оно что-то начало. Может, я что-то упустил? Ну, вот тут мы с вами подошли. И тут оно было сработало. Ладно, давай еще раз попробуем зажечь. Нечем поджечь. А, нет, даже нечем поджечь. Бывает. Ну все, у меня даже спички закончились. А, как мы знаем, детям спички не игрушки. Так что пошли назад. Идем назад. Так, давай попробуем сохраниться. Оп, и загрузить. Может, сейчас это сработает. Ну, либо не, либо оно просто зависнет. Блин, прикольная. Прикольная игрушка. Но ты будешь срабатывать на что-то. Может, надо, чтобы музыка играла. Тара-та-ту. Тара-та-тушечки. Ёб твою. Это что такое было? Падла испугал меня.
Вы это видели? Что это за... Что это за тело было? Алло, ты где? Малыш. Where are you? I need help. Вся комната качается. Нечем поджечь. Нема спичек, нема. Может, нужно как-то сопоставить это все. Я не знаю, почему эта картина не начинает водой делать так. Попробуем выйти, зайти обратно. Ну, должно что-то же произойти, правильно? Либо реально у меня игра залагала, либо я не знаю. Ну, давай, срабатывай катсцена какая-то. Парниша, это я. Так, а давай еще раз загрузить. Выпрыгнет ли малой опять на нас со шкафа? А это мы зашли-вышли на входную дверь, из-за этого оно... Я не знаю, куда тут идти. Честно. Здесь мы же все сделали, правильно? Ну да, здесь у нас фиолетовая этот. Солнышко. Коричневое дерево там у нас и солнышко. Угадал ли я с цветом? Да, угадал. Вот тут эта вот рука, и должно тут где-то что-то светиться. Почему она не светится? Игра, посветись немножко. Дай мне подсказку. Ладно. Так я хочу сказать, игра говно, и я больше в нее не играю. Хотя я больше в нее играть и не буду. Интересно, угадал ли я с цветом? Да угадал, угадал. Все. Не, точно все, ребят. Сори, но сами видите, я не знаю, куда тут и что тут нужно делать. Вообще ничего не понятно. А, конечно, очень интересно. Похоже, что сегодня 12 марта 57-го. Похоже. Кто фишный этот цвет выключает? Это что такое? Кто свет выключил? Опять бабайка? Ёб твою, да. Ёбаный. Не-н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 е, ты что, прикалываешься? А ну иди сюда. Я тебя шломаю, придурок. Ёб твою, я тебя шломаю. Свет постоянно. Спасибо.
Не скажу, что стрёмно, но как-то неприятно. Ну что, малой будет, где-то тут наверху не будет. Все, ребят, я сломал игру, я не знаю, так что игра говно, ставлю ей, не знаю, 0 баллов из 10. Потому что так реально нельзя. Да, заткнись ты, пожалуйста. Ну вот, вот эти вот символы, видишь, справа, вот это вот фиолетовое. Коля и Саша с этим символом. Отлично, последний символ упал. У меня даже нет ничего в записной книжке. Не забыть, как тут забудешь. Как сцена не срабатывает. Толчки ничего нету. Я не знаю. Короче, сделаем вид, что мы с вами нашли топор. Зашли сюда и разбили его. Все. Честно, не хочу больше играть в эту прекрасную игру. Дай колечко. Кольцо дай. Почему я не могу его ломиком сломать? Вот у меня есть ломик. Почему я не могу использовать? Кусачками, ножницами кинуть в него. Просто сжечь. Ну согласись, это тупость. Да, помолчи. Тут тоже ничего нету. Эта картина должна была водой так делать. Пщи-пщи-пщи водой делать. Я походу сломал ору. Ладно, все. Всем мур-мур, всем до потом. Пошли искать какую-то новую игрушку. Не знаю, может будет интереснее, чем это. Так что все, можете считать, что я сдался. Я не знаю, что тут делать. Так что все, всем пока-пока и до потом.